Мы опять причалили к стороне острова под названием Париж. Вот она необитаемая часть острова. Наловили рыбы и хотим ее пожарить сейчас на костре. Вот она вот наша. Наш гид и лодочник, а я уже вот стою здесь. Вот здесь такой красивенный берег. Сейчас мы в тенечек сядем, будем разводить костер. Вот этот краешек острова выходит. С одной стороны лагуна, а с другой стороны океан. Вот такой вот. Вот такой вот уже костерчик у нас тут из кокосовых шкарлупок дымится. И мы рыбу прямо будем ложить на эти шалушки и жарить. А вот Инглиш, наш гид, предложил нам сорвать кокосовых орехов. Сейчас будем его снимать. Кокосовые орехи тут для питья кокосовой воды. Вот так вот, с голыми ногами, голыми руками. На высоченную пальму. Вот так откручивает он там орехи и кидает. Конечно, они так стукают, как гири. Well done, English. Very good. Thank you very much. Keep on the ground, baby. И вот орешки свежие, из которых воду пьют, выглядят вот так вот. Орехи оказались дюже молодыми. Вот полезли на другое дерево. Thank you.
А вот что более молодой открыли, и он разбился. И там вот водичка видно. Ну вот, которые более спелые мы пили, они совсем, ну такое сладковатое там, вода кокосовая. А здесь практически никакая, как наш березовый сок. Вот так вот процесс очищения орехов выглядит. Очистили кокосовый орех от скорлупы. Сейчас надо ножом отрезать верх, и тогда уже прям пить из скорлупки. Вот в таком орехе где-то 2 стакана воды кокосовой. Вчера мы с Джеком пили, выливали в стаканы специально посмотреть. Ровно 2 стакана. Очень вкусненькая водичка. How is the water? Very good. Healthy. Make you big and strong like me. Cheers. Cheers. And и это вот мой кокосик. Вот дырочку мы сделали. И пьем. Вот. Океан. Кокос. Лагуна. Пальмы. Дикая тропическая природа. Вот наша рыбка уже жарится на костре. Мы ее завернули в фольгу. Взяли из дома. В прошлый раз жарили прямо на шкарлупе. В этот раз более цивилизованная у нас рыба. Решили мы пооткрывать рыбу, чтобы побыстрее ее пожарить, так как у нас ее там вон еще много. А? Вот такой у нас тут барбекю. Здесь вот молоко мы попили, вернее воду кокосовую, и краб пытается проникнуть в ту малюсенькую дырочку. Я крабику облегчила работу, разбили мы орех, и он там сидит, не знаю, убирать собрался и все-таки ест.